Привет всем, портал explosive.su. Мы записали долгожданное продолжение видеосерии «Почему я самый важный?», а нет, самый умный. Вот, сегодня у нас пациент, товарищ с ником Хуйтышки. Вообще его ник оправдывает свою игру. Вот, и сегодня мне будут помогать смотреть за этим Хуйтышки, Зоев и Бублик. Давайте, парни, вот тут четвертый раунд, пятый. Давай посмотрим, он сейчас бежит под лимит. Сейчас посмотрим, что он нам покажет. Наверное, оп, у меня вообразимая граната, которая застрянет на крыше. Так, дальше. Дальше бежим. Смотрим. Оп! Смотрите, видим всех. Видим, кто бегает по мейну. Оп, плюс 15 не получится, наверное. Не получится. Оценим. Увидели! Убили! Ребята! Смотрите, ужас, паника. Обломалось плюс 15. Смотрим дальше, что он дальше будет делать. Так. Чекай. Ой, не хватило ему. Ну, блять, да. Монстр префайера какой-то нахер. Там, я наверное, сам просто... Я с префайером, херня все. А, то есть... Ладно, это спишем на титанический опыт и тренировки. Правильно? Правильно. Давай посмотрим дальше. Он же знал, что дом занят, я тоже префайером зашел. Умный, да. Ну ты вообще ведь крутой. Так, ну смотри, вот, это помоечка. Ну, первые нет, ну первые два фрага, они нормальные, а вот помоечка, да, подозрительно. Ну, помоечка подозрительная. Да, подозрительная. Сейчас будут... Давайте дальше посмотрим. Опа! Так. А, кстати, здесь вот играет ремикс, это вот вроде как не тот, да? Нет, это не тот ремикс. Да, а куда, кстати, ремикс? Тот делся? А? Смотрите, там смотри. Мудак не может запрыгнуть. Вот это. Смотрите! Оп, смотри, намулит. Нихера, бля, как он развернулся. Так. Ты, походу, тут не один. Тихо. Смотри. Он развернулся, он на звук, он сам ему Неду кидал. Опа! По запаху определили, у пацана с пониманием. Нет, ребят, вот это, конечно, у меня оправданий нет, это пиздец. О, и еще один вонючка. Ну и да, ну и снапку на дерево, он как бы знал. Даже не чекал между этажами. Вот, вот это, снайпер. Смотрите. Вот, как... вот этот фраг, это жесть, конечно. Когда он чела на первом, а вел на ним всю стену. Блин, мне мама приехала с работы, сейчас мне пизды ставит. Да не могу понять. Потому что я не помыл посуду. Человек может так вонять, то что его можно видеть с кубика на первом? По-моему, нет. Я не знаю, это вы в эту игру играете, а не я. Смотри, испугался. Чуть не залазер появился. Это Робокоп, слышишь, терминатор. С лазером. Ребята, у него класс! Вот, по-моему, сейчас явно был префайер с кемпы между этажами. Это да. Это разработка. Сменишь оружие, придурок. Так. Что вы скажете по поводу этого Алекса? Алекса, сейчас посмотрим. Смотрим пока. Так. Ну, мы видим то, что он умеет скилл передвигаться, наверное. Видел, как. А смотрите, как за плантом-то смотрит. Смотрите, стеночку сейчас. Смотри. О, смотрит. Тихо. Оп! Аим подвел. Не, ребят, ну это профессионал, я не могу им сказать то, что нет, это. Нет, вот чей-то... здесь ничего нету, это хрень. За плантом он смотрел, но просто слышал. Ну смотри, как он стреляет. Господи. А, ну ты. Прочекал, господи. Он мог там никого не встретить легко. Это не аим, это опыт. Ребят, опять титанический опыт. Это опять опыт. Вот это бред. Оп. Ой, смотрите, ребят, ну он знал, он просто слышал. Да? Наверное, это спишем. Ну, он про чек. Давайте дальше посмотрим. Там было 4 в 1, за ним все охотились. Так. Видите, пожалуйста, смотрите. Никого не нашел. Смотрите. Смотрите. Оп, он не модельку может дождаться. Модельку модельки. Ой. Нету. Смотри, он не дождался, видишь, стрельнул. А, куда он? Нехорошо. Смотри, вертолетчик. Так, смотрите, радиска Кэт на вертолете. Давай посмотрим, что она сделала. Так, не может запрыгнуть. Ой, ну... Ну что ж ты, нулевый такой. Ребята, это еще раз доказывает то, что вот так не прибавляет скилл. Вот. Ой. Не, ну вот этого парень. А вот это смотри, оп, смотри. Ой. Все за стеночкой. Он даже своего решил посмотреть. Или что это он делает? Не, ну вот это хедшот, конечно. Смотри, он пытается убить его через стену. Вот это знание снайпера. Да. То есть видно, что он видит через стену. Да, но он не знает, как бы по-настоящему снайпер высунулся. Да что ж ты все чекаешь, что, сука?
Смотри, смотри, оп! Он делает задницу. Ребят, ему нравится краб. Догонку ему. Ой. Да. Нет, ребят, без АИМ вам ВХ не поможет. Ой. Да ну, друг, друг, пески не простреливаются, это тебе не базука, друг. Не-не-не, друг. Какой, а? Ой, смотрите, резервит номер 2. Ой, секретная флешка. Ученик резервит. Будь скилловый прохватывал. Ой. Ну, не очень скилловый, но... Ну... Но да, это на звук. Это, мы да, все знаем то, что получается. Снайпер воняет у них, у него воняет кирзачи. Да ты чё, охренел, что ли? Не, ребят, так палиться нельзя, как. Парень опять прыгнул робокопа. Ну, нет, вот, ну смотрите, так, снапу убивать. Терминатор просто... Ну, допустим, он квадрат чекает, хорошо. Квадрат — нормальная позиция для тяжелого снайпера. Ну, чё-то как-то... Ой, а чё ты не стрельнул? А чё-то... Ну, он подумал, да ладно. Так, слишком много фрагов. Ну, это можно списать на опыт игры 10 лет. Да, ну здесь ничего страшного. Ой, мы хотели в него стрельнуть, но поняли, что там стеночка. Да, за двумя стенами. Ой. Ну, ой. Мы всех видим. Мы ни в кого попасть не можем, ребята. Ой, в одного попали. Так. Что-то как-то это слишком уже. Так, ну это то, что доктор, я просмотрю, прописал. Это там, уже знаешь, наглость и хамство игры, да? Ну, да, тогда посмотрим, что... Ой, так, увидели, так, на мы сказали, не фу, то, что никого нету. Так, еще два увидели. Так. Чё-то я вот смотрю, короче, он вообще охренел. И кто? Смотри. Он сейчас зафейлится же, да? Ну, я так и думал. Это просто отличный префайр. Вакан будет вообще за... Вот! Вакан! Смотрите, ребята. Золотой узи. Знаете, как называется? Я сейчас скажу. Это апгрейд Терминатор Читс. Что он творит сейчас будет. Терминатор Читс. Блин, а у нас что-то в ролике не видно, потому что там чуваки, у него походу крутой хак. Или ребята, нет? Это сейчас модно, да? Что тот человек не может убивать, да? Нет, ну, пацан. У него крутой парень. Снайпер пошел в туалет на ваканте. Это надо быть очень уверенным в себе человеком. О, вот так убивать, да? Ой! А я помню, когда вот вакант играть, там сколько, полтора года назад, тут такой экшен в сортире был, а сейчас, видимо, тут это, снайпера рулит. Ребята, ну это терминатор читса во всей силе. Терминатор читса. Сейчас даже у нас ВХ не работает тут. Ну, понимаете, у нас терминатор читс. Демап. Минский хан называется скулхак. Демап, уже парни не верят. Вообще непонятно, зачем вот так играть. Он бегает как на паблике просто, ему все равно. Он почувствовал силу. Пытается сделать или что? Да. Вот, смотри, ребята. Так, с начала раунда сейчас что-то нам покажут. Видимо, что-то будет крутое. У снайпера флешка, и он бежит в туалет, да? Не, ну ладно, это чекают, ну это что? Ну он начинает. Не, ну он просто так бегает в рандоме, по приколу, походу. Никого нету, да? Ждать, наверное, никого. Да. В каком-то раунде мы стенку простреливаем, ждем. В каком-то нет. Ой, опять покоцнул. А что, он коцнул? Да, он коцнул. Блин, ой. Это вообще уже откровенно. Ребят, ну, человек страдает болезнью мозга, называется, я не знаю. Фига, как он быстро пушку поменял. Или это раунд просто нанесен? Раунд, следующий. Это бит. Вот ты видел, как он почекал чесеночку? Ага. Видим? На мулик. Что у него так рандомно? Штхак какой-то, что в центр стрелял? Интересно, как он Никси такой выбирал? Смотрите, ребята. Смотрите. Анскоуп слишком хорошо попадает, я вам скажу. Даже слишком. Ребята, можно с ним связаться? Я хочу, чтобы он со мной связался. Тоже хочу ничего. Фодерхак. Я тоже Родогу преподам уроки, как стрелять надо. Да. Смотри. Ой.
короче. Какие выводы? В оканчине не рабочий. Да какие выводы? Резерв 2. А это не резерв? Мне кажется, этот человек, он даже это, похлеще резервы будет. Но он помогли резервы, скажем так. Он парня, который АФК был, знал, вышел через стену. Смотри, смотри, легенда. Я ебал такой. Да, я тоже. Кстати, резервы... Алекс говорит, все, хватит, видите, в тему чат пишет. К Дрейну ходил, извинялся. Че он там, кстати? Его вернул ты его на ЕГЛ такого? Нет, конечно, ты что? Смотрите, смотрите, он пишет, что он задрал 1900 поинтов, 21-12 обыграл, ребята, он крут. Да, 21-12 их обыграл. Его там аккаунт на сайте, я, кстати, хотел добавить то, что вот этого типка почему-то не получилось выцепить, допустим, Серега пришел, дал разоблачающий интервью полиции нравов, но вот что-то чувачок с ником Ху Трешке не это оказался близкованным. Ну вот, в общем, наверное, как-то так, да? Может быть, сегодня получился не такое захватывающее и длинное подробное видео, как с резервидом, но нам, в принципе, все стало. Мне кажется, надо всех банить. Все, всем пока. Играйте так же, как резервид и хуечки, и мы про вас снимем точно такой же фильм. Поэтому давайте, у вас также есть шанс попасть в такую передачу. Нужно всего лишь потратить $30 на известном сайте. Вот такую вот штуку, вот так вот поиграть с ней, попалиться, потом скинуть демку, и будет вам 15 минут славы. Надо резервида позвать, и чтобы он оценил нам этого хакера. Да, вот точно, до скорых, потому что вот люди уже два ролика посмотрели, хакеры, но они не перестанут. Другая им как бы похеру. Да? Потенциальные. Самый умный на свете. Вы все еще читерите? Тогда мы идем к вам. Да, я думаю. Ну все, всем пока.